Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! На дворе июнь, жара, и так хочется каких-нибудь прохладительных напитков. Сегодня я готовлю Oreo Milkshake. Этот милкшейк очень простой в приготовлении, а главное вкусный и прохладительный. Поехали! Итак, для приготовления милкшейка нам понадобится 100 мл молока, 200 грамм пломбира, 5 штук печенек Oreo. 3 я добавлю в сам милкшейк, а 2 пойдут на украшение. В миску блендера отправляю молоко. Сюда же отправим мороженое. Снимаем крышечку и аккуратно добавляем. О, оно мягкое. Оно должно быть мягким и холодным. И отправляем печеньки Oreo. 3 штучки я уже специально разломала. Вот такой наборчик. Накрываем. Все это миксуем. Готово. Открываем крышечку. Посмотрим, что же у нас получилось. А вот и милкшейк готов. Мой милкшейк готов. Стакан, в который я буду вливать милкшейк, я заранее положила в холодильник. И он охлажденный. Вливаем в стакан милкшейк. Вот, очень красиво выглядит. На вкус тоже очень вкусно, думаю. Вот. А теперь покроем его шапочкой из взбитых сливок. Вот, сейчас я сделаю еще. Мои сливки были холодные. И по краям немного. Я люблю, когда в милкшейке много взбитых сливок. Вот так. Думаю, нормально. И покрошим сюда Oreo. Вот, разломаем руками. Сюда положим. Сюда. И вот сюда. И вставляем целую печеньку. Очень красиво. Ну и финальное, кладем трубочку. Вуаля! Наш милкшейк готов. Выглядит все это просто потрясающе. Давайте попробуем. Это действительно очень вкусно. Особенно мне нравится вот эта шапочка и печеньки Oreo сверху. Это дополняет наш милкшейк. С удовольствием готовьте такой милкшейк. Приятного аппетита вам и мне. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!